Когда говоришь о летающих машинах, кому-то на ум придут образы из фильма «Назад в будущее», кому-то из «Фантомаса», а кто-то вспомнит образцы из других фантастических и иных фильмов. Но вряд ли вы в здравом уме могли бы себе представить, что как-то вечером 1942 года пришло в голову главному конструктору английской организации Airborne Forces Experimental Establishment Раулю Хефнеру. А в голову ему пришла идея скрестить лопасти геликоптера с джипом. Сделать это он предполагал для сбрасывания машин без парашюта прямо на поле боя. Рауль Хефнер родился в 1905 году в Вене, обучался в техническом колледже, где его и захватила идея концептов с винтами-роторами. На работу он устроился в компанию Austrian Air Traffic Company, однако быстро уволился с должности и вернулся к созданию геликоптеров. В 1929 году он сконструировал свою первую модель Хафлер-Наглер R1 Revoplane в сотрудничестве с конструктором Бруно Наглером. За ней последовала вторая, R2 Revoplane, которая заинтересовала миллионера из Шотландии майора Джека Куотеса. В 1933 году он проспонсировал Хефнера и перевез R2 Revoplane на аэродром в Хестоне. Дела пошли на лад, и после разделения сфер влияния в новосозданной компании с Наглером, Рауль сконцентрировался на создании гиропланов. Создав свою отдельную компанию, занимающуюся этими машинами, Хефнер получил достаточную известность в авиационном кругу. В 1940 году, с началом войны, Рауль был интернирован как возможный вражеский агент. Но вскоре его освободили, и он получил должность в подразделении Министерства авиации Airborne Forces Experimental Establishment в Шербуре. После достаточно интересной концепции Хефнер Ротошут, он и приступил к созданию своего детища, о котором задумывался уже давно – Ротобагги. В 1942 году, а точнее 3 апреля, манчестерское подразделение испытательского центра воздушно-десантных сил, занимающееся винтокрылыми машинами, представило предложение об использовании системы джип в своих целях. Предполагалось нацепить на джип винты и использовать его вместо планера. По расчетам, это выходило дешевле и проще, чем создание и использование полноценного планера типа Air Speed Horse. При диаметре ротора 50 футов или 15 метров прогнозировалась скорость буксировки не более 160 миль в час, то есть 257 км в час, и грузоподъемность до 3500 фунтов. Ориентировочная стоимость за тонну перевозимой полезной нагрузки, при условии, что транспортное средство будет списано после одного полета, находилась в пределах 343 фунтов стерлингов. Подразделение, возглавляемое Хефнером, быстро выдало спецификацию для создания винтокрылого планера на основе джипа Willys Truck 4x4 Model MB. Требованием к такому планеру стала возможность транспортировки джипа по воздуху за самолетом-буксировщиком, а также возможность посадки в сильно пересеченной местности на небольшие площадки без разрушения самой машины. Планер должен был буксироваться стандартными самолетами-буксировщиками британских ВВС, нести одного пилота, а также полный бак топлива и запасное колесо. Пилот должен был иметь возможность контролировать полет ротобагги и изменять при необходимости курсовой наклон. Проект хоть и принадлежал испытательскому центру, но большую часть конструкции изготовили компании Air Malcolm Limited и Morris & Sons. Последняя занялась также изготовлением лопастей, а фирма Rubber Bonders изготовила резиновые втулки. Джип оснащался хвостовым оперением, изготовленным из дерева и фанеры, которая накрепко крепилась к остову джипа в четырех местах. На хвостовом стабилизаторе имелись даже закрылки, правда, отрегулировать их можно было только на земле с помощью втулок. Киль устанавливался немного под углом для создания нужного угла атаки. Хефнер также предложил локально усилить конструкцию джипа для возможности приземления в сильно пересеченной местности. Для того, чтобы запустить эту конструкцию в воздух, необходимо было до взлета раскрутить ротор. Вокруг него наматывалась веревка, и какой-нибудь мощный грузовик цеплял второй конец и медленно начинал двигаться вперед. При первых прогонах были замечены значительные вибрации ротора, и пришлось срочно ставить втулку другой конструкции. После этого дела пошли значительно лучше. Для испытаний ротобагги решили также использовать такой грузовик, но у него не хватало мощности, чтобы поднять джип в воздух. Майор авиации Литл был отправлен в Лондон для покупки самого мощного грузовика, что был в доступе. После нескольких неудачных попыток покупки он заполучил нечто другое, а именно 4,5-литровый Bentley. Теперь можно было приступить к испытаниям. При помощи автомобиля было сделано много прогонов, в результате которых ротобагги оторвался от земли и совершил небольшой пролет.
Оказалось, что проблемы с тугой ручкой управления и вибрациями на ней остались. Пришлось снова вернуться в цех. Следующим этапом стали буксировки за бомбардировщиком Витли вперемешку с буксировками за Бентли. Хефнер часто находился в кресле водителя и отмечал появлявшиеся недостатки. В результате всех этих пролетов и тестов были частично решены проблемы с вибрацией ручки управления и перетяжелением машины на хвост. Все эти операции происходили в августе 42-го, а уже на 11 сентября был назначен первый полноценный тестовый полет для Ротабаки. Он должен был состоять из буксируемого взлета, набора высоты до нескольких тысяч футов, отцепки в воздухе и дальнейшей мягкой посадки. Выполнить полет вызвались майор авиации Литл и инженер-механик Пикман. И вот, наконец, машина поднялась в воздух. Взлет прошел легко, машина начала быстро набирать высоту. Однако, как только бомбардировщик набрал приличную скорость, вибрации на ручке управления стали опасными. Литлу приходилось прикладывать большие усилия, чтобы держать машину под контролем. Он попросил пилота-бомбардировщика снизить скорость буксировки до минимума, что составляло около 105 км в час. Вибрации при этом значительно снизились. Был произведен отцеп, и через 10 минут ротобаги уже стоял на земле. Посадка была достаточно мягкой, но Литл был совершенно вымотан борьбой с ручкой управления и чуть не потерял сознание. Впоследствии он сказал, что если бы была возможность в полете изменять балансировку машины, то все было бы гораздо лучше. Но для ротобаги Хефнера этот полет стал последним. Пришел конец этой программе в связи с появлением надежных планеров Horsa 2 и Гамилькар, цена которых значительно снизилась при массовом производстве. Джип, верно служивший при испытаниях, был направлен в автотранспортную службу в Балье и применялся для управления полетами. В нем были сохранены более высокие ветровые стекла и все летное оборудование, которое вызывало недоумение у незнакомцев и оживление, когда говорилось, что машина время от времени совершала объезд по округе. Хефнер продолжил работы по своей тематике и даже предложил новый концепт, на этот раз летающего танка Valentine. К сожалению, Министерство авиации Британии явно не разделяло его энтузиазм. Друзья, если вам понравился этот ролик, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик.